Организация Объединенных Наций намерена оказать поддержку экономическому развитию Азербайджана. Об этом журналистам заявил резидент, координатор ООН в стране Гулам Исакзаи. По его словам, достижение цели устойчивого развития благоприятно скажется на азербайджанском обществе. Программа ООН затрагивает как городское, так и сельское население. В настоящее время Организация Объединенных Наций продолжает работу с Азербайджаном по ряду проектов. Напомним, что цели устойчивого развития были приняты странами-членами ООН в рамках одноименного саммита, который прошел в сентябре 2015 года. Они должны быть реализованы в период с 2016 по 2030 год. Для достижения цели устойчивого развития в Азербайджане был создан Национальный координационный совет. В данный момент Азербайджан и ООН реализуют совместные проекты. Мы обсуждаем двустороннюю деятельность. Наша задача – помочь Азербайджану достичь цели устойчивого развития к намеченному сроку. С этой целью проводятся консультации с представителями правительства и частного сектора. Развитие должно затронуть все слои азербайджанского общества. Сейчас мы помогаем Азербайджану выделить наиболее приоритетные цели и задачи.